Club. Первый сезон, 4-я серия. Эмма Фея. В предыдущей серии Лили притворила Лизи и устроила трэш в школе. Мозг Фарагонды поглотила черная дыра. Какая-то второстепенная персонажка-флопница выебнула с темной магией. Деменция Ариша и Анастасия стояли в медкабинете Алфеи. «Ваши подруги будут в порядке», — сказала медсестра Офелия. «Мне плевать на них. Может, лучше скажете, что с моим чихуахуа?» — спросила Ариша. «Ох, тебя вторых просто был напуган. Вот он!» — улыбнулась медсестра Сильвара. Ариша взяла песика на руки и поцеловала его в лобик. «А что с пармицей? Она так не очнулась?» — спросила деменция. «Она очнется через несколько дней», — ответила Офелия. «А Фарагонда?» — спросила Анастасия. «Ох, она переживет нас всех. У нее просто забрали всю мозговую силу, но мы ее замещаем эликсиром жизни, который поддерживает ее жизнь», — сказала Офелия. «Ну что ж, девочки, вам пора уходить. Мы будем кормить других пациентов свежим поносом», — улыбнулась Сильвара. «Что?» «Никакого поноса!» — воскликнула Офелия. «Но он же вкусный! В нем витамины, он полезный, у меня тут 30 банок», — сказала Сильвара. «Нет, доктор Златас запретила нам кормить пациентов по носу», — воскликнула Офелия. Анастасия, Ариша и деменция вышли из медкабинета. «Ваши подруги выйдут уже через пару минут. Мы просто приложим подорожник на 5 минуточек», — сказала Офелия, закрывая двери. «А вот вы где?» «Опять ты». «Послушай, если ты ведьма или злодейка, я тебе такой геморрой устрою», — нахмурилась Анастасия. «Успокойся, и такая же фея, как и вы», — сказала Каришия. «Но ты пользуешься темной магией, тебе по-хорошему должны вовсе скучить», — воскликнул Ариша. «Святые аниме 90-х, лучше посмотрите, кого я привела вам», — сказала Каришия. Из угла вышла Лиззи Найт. «О, нет, она жива!» — грустным тоном воскликнули Анастасия, деменция и Ариша. «Чего? Разве вы не подруги?» — спросила Крыша. «Мы ненавидим эту скучайшую пародию на Мерсию», — сказала Ариша. «Очевидно, ее тип персонажа уже не актуален спустя столько поколений», — хмыкнула деменция. «Даже Селестина интереснее, чем Лиззи», — воскликнула Анастасия. «В смысле даже?» — удивилась Селестина, выходящая из медкабинета. «Sorry, not sorry». Из медкабинета вышли Селестина и Нонемиха. «Девочки, вы сегодня упоминали что-то о предательнице внутри нашего клуба», — сказала Селестия. «Да, это нам сказала нам Фарагонда», — воскликнула Ариша. «Что, если предательница — это Лиззи Найт?» — спросила Селестина. «Что? Меня похитили Лили и Эмма Феи», — сказала Лиззи. «Эмма кто?» — подняла бровь Нонемиха. «Оказывается, тот пилот частного самолета Тейлор Свифт был заодно с Лили и Эмма Феями. Когда я зашла в туалет, меня сразу же похитила Лили и превратилась в мой облик», — сказала Лиззи. «О, черт! А мне понравился секс с этим пилотом!» — вздохнула Ариша. «Мне кажется, Лиззи врет. Да если это сейчас Лили?» — спросила Анастасия. «Вы нормальные? Я буквально спасла ее на земле». «Может, ты такая же шпионка, как она?» — нахмурилась деменция. «Пиздец, научитесь головой думать. Очевидно, что я не предательница!» — крикнула Лиззи. Тем временем в грозном колледже на глубине бесконечного поносного океана. «Какого черта вы ее отпустили?» — крикнула Лили. «Мы не знаем. Она сначала была, а потом...» — сказала Дина. «А потом ее нет», — воскликнула Опра. «Дуры, идиотки, кретинки! Летите в Алфею и ловите ее снова!» пока она вдруг не подумала залететь в Миссикс, — крикнула Лили.
Хорошо, Лили. А пока я займусь с черной дырой с мозгом Фараконды, сказала Лили. Тем временем в Алфее. Все феи собрались на общем собрании в столовой. К сожалению, наша директриса Фарагонда не может быть директрисой до неопределенного времени, сказала Гризельда. В зале начались шуканье и болтовня. Все были в шоке. Именно поэтому я беру на себя должность временной директрисы, сказала Гризельда. В зале начали возмущенные болтовня. Кажется, вся Алфея была недовольна этим. Всем спасибо, до свидания, сказала Гризельда. Лизи, Ариша, Наунемиха, Селестина, Анастасия и Кирлиша стояли у выхода из столовой и тоже обсуждали новость. «Вы заметили, Гризельда была какой-то грустной?» — сказала Селестина. «Не знаю», — сказала Наунемиха. «Да, она была точно грустной. Видимо, это из-за того, что у Фараконда больше нет рабочего мозга», — сказала Анастасия. «Это имеет смысл», — хмыкнула Ариша. Гризельда шла мимо фей. «Здравствуй, Ариша», — как я для него улыбнулась. Гризельда и прошла мимо. «Что это сейчас было?» — удивилась Ариша. «Не знаю». Внезапно в столовую взлетели эмо феи. «Какого черта вы здесь делаете?» — крикнула Гризельда. «Нам нужна Лиззи Найт!» — воскликнула Нора. «Забирайте эту дрянь!» — воскликнула Анастасия. «Летим за ней!» — сказала Изи. «О, нет! Лиззи! Превращение в фею!» — воскликнула Лиззи. «Лиззи, фея чего-то! Это просто пока не открыто сюжетом, но, возможно, в этом сезоне мы узнаем, что это». Лиззи полетала по коридорам школы. «Какого черта? Вы совсем долбанутая?» — спросила Карлиша. «Она предательница!» «А вы даже обосновать этого не можете, идиотки!» — воскликнула Карлиша. «Карлиша, превращение в фею! Карлиша, фея темной магии!» Карлиша полетела за Эмофеями и Лиззи. «Так, она действительно фея. Может, мы ошибаемся?» «Может быть, но тут эмофеи вон появились, которых Лиззи уже упоминала», — сказала Ариша. «Ах, ладно, превращаемся, девочки!» — воскликнула Анастасия. «Без имени. Фея неизвестна». «Деменция. Фея нейро хуйни». «Ариша, фея вечно рвущейся резины». «Селестина, фея ангел». «Анастасия, фея Кагебаруя». Девочки полетели за Кларишей. Они все оказались на улице, где началась битва. Лиззи отбивалась как могла. Могла она еще пока мало. «Кто вы такие?» — крикнула края Карлиши. «Я Пимра, фея эмоций». «Я Лом, фея Блейзера». «Я Опра, фея челок». «Я Изи, фея значков пинов». «Я Дина, фея 27-го». «Я Нора, фея в Токио хотела». «Ну раз ты в Токио хотела, почему не полетела сила темного ветра?» — воскликнула Карлиша. Нора летела в крышу. «Гррр, эмосфера!» — воскликнула Дина. Вокруг оставшейся эмо-фей возникла сфера. «Сквирт из Блейзера!» — крикнула Лум из-за сферы. Прямо на всю Алфею начали ударять мощные струи Блейзера. Гризельда, увидев это, побежала к телефону. «Алло, это Сладин? Да, нам нужна помощь специалистов из Фонтересоры!» — воскликнула Гризельда. «Резиновый щит!» — воскликнула Ариша, в которой бил Блейзер. «О нет, он рвется! Ну, логично, у меня же сила вечно рвущейся резины!» К ней подлетала деменция. «Щит из всех забытых воспоминаний людей из деменции!» — воскликнула деменция. «Спасибо!» — мило улыбнулась Ариша. Деменция мило улыбнулась в ответ. «Щит! Ангельский щит!» «Щит из узла!» Немеха сомневалась, создавать ей щит или нет. В итоге по ней ударила струя сквирта, и она улетела вниз. «Нет, девочка без имени!» — воскликнула Лиззи.
Лиза начала снижаться, держа щит, чтобы не попасть под струю. Спустившись на землю, она начала бежать по луже из блейзера, которое некоторые феи набирали блейзеры из кувшины, кружки и чайники. «Дуры, лучше бы помогли сразиться с самофеями», — воскликнула Лиза. «Иди в пизду! Занимайтесь этой херней сами! У нас завтра экзамены по метаморфозу, нам некогда!» «Ах, тупорылые третьекурсницы!» — вздохнула Лиза. Лиза побежала к Нонемихе. «Суперсфера!» — сказала Лиза, как у нее на Нонемихе образовалась сфера, защищающаяся обоих от блейзеров. «Ура! Получилось!» «Что?» «Я создала сферу, которая не позволила бы тебе захлебнуться!» — воскликнула Лиза. «Кажется, у меня сломанный позвоночник, или это таз, а может череп?» — сомневалась Нонемиха. «Институт, никуда не иди! Я побегу, помогу феям внутри алфеи!» — крикнула Лиза, выйдя из сферы. «Сомневаюсь, что вообще могу двигаться?» — воскликнула Нонемиха. «Это пиздец или все же хуйня?» Лиза забежала в алфею, где пол первого этажа уже не было, не был виден из-за наведения от блейзера. Она побежала в кабинет Афарагонда. Там она открыла зеркало и попала в зал волшебства. Лиза взяла какой-то скипетр и побежала обратно. Пока она все это делала, уже прошло несколько минут. Она бежала и на повороте столкнулась с парнем-блондином. «Ой, ебанутая, куда гонишь?» — спросил парень. «Мне срочно нужно отнести это к Арише», — воскликнула Лиза. «Стой, стой, не гони вперед паровоза!» «Для начала представься, невоспитанная сука», — сказал парень. «Лиза, я Файра, самый лучший специалист в Фонтеросе. Обожаю гиб... Ой, то есть обожаю горячих цыпочек, таких как ты», — воскликнул Файра. «Ну класс, а теперь у меня мало времени», — сказала Лиза и побежала. «О нет, ты от меня никуда не денешься», — кисуля хитро улыбнулся Файр и побежал за ней. Лиза вышла обратно во двор Алфеи, рядом с которым уже стояли корабли Фонтероса. «Карлише, лови!» — крикнула Лиза и кинула ей скипетр. «О, великий скипетр Аркадий, первый фея во вселенной, дай мне силу оставить сквирт из блейзера и разрушить эмосферу, дабы навести порядок в школе фей для фей-алфея», — сказала Карлише. «Мощь Аркадий! И-и-и-и-и!» Блейзер внезапно исчез, а вместе с ним и эмосфера. «Кррр! Ой-ой!» сказали эмофеи. Лиза внезапно для себя создала огромнейший фейербол, который унес эмофеи туда, откуда они пришли. «Карлише, ты совсем? Нам всю ночь готовится к экзамену, ты весь блейзер брала из салфеи», — воскликнула третья курсница. «Да, даже в моем кувшине больше нет блейзера», — крикнула другая третья курсница. «Всегда, пожалуйста, неблагодарные дряни», — закатила глаза Карлише. Тем временем в громовом колледже. «Какого черта вы пришли сюда без Лизи?» «Там была фея, она использовала скипетр Аркадии, она смогла им воспользоваться, да, хотя никто не мог», — воскликнула Нора. «Да? Интересно, я передам это мистеру Апероль», — хитро улыбнулась Лили. Вечером в Алфее. «Девочки, мы такая классная команда!» — воскликнула Лизи. «В каком месте?» — поняла бровь Деменция. «Ну, мы отлично попадаем в передряги вместе. Это ужасно. Кажется, у меня еще все сломаны кости или нет?» — промямлила Нонемиха. «Ты скажи, сломаны или нет? Нам нести тебя в медкабинет?» — спросила Анастасия. «Я не знаю». «Ну, пока не узнаешь, не поведем», — сказала Анастасия. «Может, нам открыть свой клуб?» — спросила Лизи. «О, нет». «Я так надеялась, что мы избежим этого клише», — воскликнула Деменция. «Буквально проекте клуба X». «Да, но я надеялась, что мы просто в какой-то мере начнем называть себя клубом X вместо этой тупой, бессмысленной сцены в каждом поколении, которая обязательно происходит вечером в Алфее», — тяжко вздохнула Деменция. «Ну, видимо, не избежим. У нас тут Лиза Найт. Скажи спасибо, что в этот раз это делается не в комнате, а в коридоре школы, иначе...» «Было максимально клише», — закатил глаза Селестии. «Я просто уже придумал логотип», — сказала Лиза и достала листочек с логотипом X. «В смысле?»
Смысл придумала. Он почти не меняется очень существенно за 14 года. Меняются цвета, 3D-шность, 2D-шность и положение букв в слове «клуб». Тем более, — воскликнула Лиззи. «Ну?» — замолчала Лиззи. Она явно была в шоке, что сцена пошла не по изначальному сценарию. Она молчала еще пару секунд и сказала: «Решено! Теперь мы клуб X!» «Нет!» В следующей серии. Сама ли себе что-то на Унемиха? Встанет ли на ноги и промоцея? Какой секрет таит мышь Аня?